Привет, друзья! Похудевшая и похорошевшая Алина Кабаева 17 февраля открыла Кубок чемпионок «Газпром» в Москве. На безымянном пальце правой руки девушки красовалось кольцо. Стартовавшее в столице мероприятие получило имя Алины Кабаевой. Кубок является квалифицированным к первому в этом сезоне международному рейтинговому турниру Гран-при Москва-2017. Олимпийская чемпионка, как виновница торжества, приняла участие в церемонии его открытия в спортивном зале «Дружба». Вместе с ней эту почетную роль разделила президент Всероссийской Федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова. Кабаева призналась, что для нее это большая честь присутствовать на этом спортивном празднике. Чемпионка поблагодарила гостей мероприятия, приехавших из 32 стран, и пожелала всем удачи. Также спортсменка отметила вклад тренера в ее спортивные успехи и достижения всей сборной России. «Мы столько лет впервые на Олимпийских играх, и я желаю, чтобы это никогда не кончалось», – сказала Алина. Отметим, в финалах Гран-при 19 февраля примут участие 8 лучших спортсменок в каждом виде программы. По результатам квалификации Кубок чемпионок «Газпром» выступят и групповые команды. А что об этом думаете вы, пишите в комментариях. Хотите еще больше интересной информации, тогда подписывайтесь, ставьте лайк. И не забывайте делиться этой записью с родными и близкими. До встречи в новом видео.